Мастера графики дождались своего часа. 9 художников выставили работы на суд зрителя. Вернисаж, по сути, пробный. Это первая такая масштабная выставка графики в Иванове. До этого балом правила живопись. Представленные работы очень разные. Художники тоже. Мы думали, что мы осилим только черно-белую графику. Но в процессе работы над проектом мы поняли, что если не будет здесь цветной, допустим, акварели, пастели, то, наверное, это будет недостаточно, потому что пласт художников, графиков в нашей организации, как вы видите, довольно-таки сильный и основательный. И это начало. Мы теперь будем готовиться к этим выставкам. Я думаю, что это только старт этого проекта. Лаконично только самые нужные штрихи, зато сколько ностальгии. Работа Галины Вороновой под названием «В старом чулане», наверное, не самая приметная на этом вернисаже, но точно одна из самых философских и метафоричных. Когда заходишь в такое помещение, то ощущаешь, что ты русский россиянин, что тебе отсюда никогда и ни за какие коврижки не уехать. Потому что вот это нас держит здесь. Держит вот эта старая лампа, вот эта старая абажура, это старая какая-то скатерть, какие-то атрибуты, псалтырь, лежащий на полочке, ободранные обои. Ну, это так, как говорится, любовно сохранено нашей бабушкой и оставлено нам. Акварель Александра Крылова, пожалуй, самый яркий акцент этой выставки. Художник не любит статику. Ему нравится изображать язык тела и порывы души, наблюдать рождение нового дня и его закат. Вечернее, утреннее состояние, оно не конкретное, оно такое эфемерное, такое, может быть, скользящее, быстро исчезающее. И вот такие неконкретные ситуации вот меня лично привлекают. Мне кажется, что это, ну, так сказать, дает художнику какой-то шанс, может быть, и заглянуть и в себя, наверное, потому что вот такое движение, такая динамика, она, ну, вот меня лично волнует, во всяком случае. Выставку коллектив художников посвятил своему коллеге по цеху Борису Кононову. Он мечтал воплотить этот проект в жизнь и не дожил до презентации несколько недель, оставив свое бессмертное наследие. Его литографии из серии «Сельская жизнь» висят в самом центре зала. Добрые, теплые, ироничные. Они как фундамент всего представленного многообразия. Познакомиться с работами Бориса Кононова и других мастеров все желающие могут в Доме художника. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.